Господь всемогущий, вызовите инспектора. Весьма знакомая картина. Эдгар Аллан По. Позвольте узнать, чем заслужил столь поздний визит? Позапрошлой ночью были убиты девушка и ее мать. Тело дочери помещено в дымоход. Голова матери отсечена опасной бритвой. Вы цитируете один из моих рассказов. Литературное произведение. Боюсь, что нет. Relativity Media представляет. Вы и впрямь считаете, что я кого-то убил? Лишь в одном нет сомнений. Именно ваши фантазии вдохновляют убийцу. Я люблю тебя, Эдгар. Будь осторожен. Я уверен, что убийца дразнит нас. Его самые темные фантазии... Я бросаю вызов гениальному разуму Эдгара Аллана По. Я буду убивать снова и размещать на телах жертв подсказки. Воплощаются в жизнь. Как это ни печально, но похоже, вы единственный, кто сможет пролить свет на личность преступника. Кроме колодца и маятника, есть еще рассказы в сборнике, где речь идет об убийствах. К сожалению, да. От режиссера фильма «Ви значит вендетта». Убийца придерживается правил. Он хочет, чтобы мы узнали, когда он нанесет новый удар. Я дам вам шанс попробовать спасти жизнь любимой. Где она? Он не убьет ее, чтобы не потерять вас. Это часть игры. Я с радостью отдам за нее жизнь. Не сомневаюсь. Отправляйся в ад! Что бы ни было дальше, я убью его. Ворон. Скоро на экранах.